Добрый вечер. Ты был разработан и выпущен компанией Robot Labs в сотрудничестве с заводом имени Алана Тьюринга для выполнения невероятно важного задания. Но для того, чтобы компания смогла понять, сможешь ли ты с этим заданием справиться, тебе будет необходимо пройти несколько стандартных для роботов тестов. Для их выполнения тебе будет необходимо взять устройство перемещения объектов в пространстве, сокращенно УПО. Молодец, теперь тебе необходимо найти лифт. Вынужден предупредить, что в случае на... нахождение тобой цели отличной от цели компании Robot Labs, ты будешь деактивирован и разобран, как и другие дефектные роботы. Для прохождения этого теста советую тебе воспользоваться способностью отталкивания от воздушного пространства. Для прохождения этого теста советую тебе воспользоваться способностью отталкивания от воздушного пространства. Хорош. Для прохождения этого теста тебе необходимо поставить специальный куб на специальную платформу для кубов. Также считаю необходимым предупредить тебя о высокой чувствительности кубов к прочим электронным объектам. Иначе говоря, если ты дотронешься до куба, он взорвется. И ты вместе с ним. Удачи! Потрясающе! У тебя отлично получается! Факт 1. Роботы не дружат с водой. Факт 2. Ты, робот, это я к тому, что тебе не стоит лезть в воду. Отлично, ты очень крутой. Данный тест научит тебя обращаться с кубом в некомфортных условиях. Запуск некомфортных условий. А теперь повышаем ставки. Ты собака, я собака, 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 ты собака, я собака. Ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака. Данный тест научит тебя обращаться с кубом в некомфортных условиях. Запуск некомфортных условий. Ты собака, я собака, 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 ты собака, я собака. А теперь повышаем ставки. Ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака. Данный тест научит тебя обращаться с кубом в некомфортных условиях. Запуск некомфортных условий. Ты собака, я... А теперь повышаем ставки. Я собака, ты собака, 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 я собака, ты собака. Данный тест научит тебя обращаться с кубом в некомфортных условиях. Запуск некомфортных условий. А теперь повышаем ставки. Ты собака, я собака, 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 ты собака, я собака. Ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака.
Данный тест научит тебя обращаться с кубом в некомфортных условиях. Запуск некомфортных условий. Ты собака, я... А теперь повышаем ставки. Собака, ты собака, я 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 собака, ты собака. Данный тест научит тебя обращаться с кубом в некомфортных условиях. Запуск некомфортных условий. А теперь повышаем ставки. Собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака. Данный тест научит тебя обращаться с кубом в некомфортных условиях. Запуск некомфортных условий. А теперь повышаем ставки. Ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака. Данный тест научит тебя обращаться с кубом в некомфортных условиях. Запуск некомфортных условий. Ты собака. Данный тест научит тебя обращаться с кубом в некомфортных условиях. Запуск некомфортных условий. А теперь повышаем ставки. Ты собака, я собака, 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 ты собака, я собака. Ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я. Данный тест научит тебя обращаться с кубом в некомфортных условиях. Запуск некомфортный. А теперь повышаем ставки. Условий. Ты собака, я собака, 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 ты собака, ты собака, я собака. Данный тест научит тебя обращаться с кубом в некомфортных условиях. Запуск некомфортных условий. А теперь повышаем ставки. Ты собака, я собака, 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 ты собака, я собака. Ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, ты собака, я. Данный тест научит тебя обращаться с кубом в некомфортных условиях. Запуск некомфортных условий. Ты собака, я собака, ты собака, я собака. А теперь повышаем ставки. Собака, ты собака, я 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 собака. Ты собака, я собака, 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 ты собака. При прохождении этого теста большинство роботов сходили с ума. Постарайся так не делать. Также я заметил, что твое устройство перемещения объектов в пространстве, сокращенно УПП, имеет некоторые проблемы с перегревом. В общем, тебе стоит следить за этим. При прохождении этого теста большинство роботов сходили с ума. Постарайся так не делать. Также я заметил, что твое устройство перемещения объектов в пространстве, сокращенно УПП, имеет некоторые проблемы с перегревом. В общем, тебе стоит следить за этим.
ты намного лучше предыдущих. Поверь мне, мало кто доходил до этого момента. Интересно, что здесь происходит. Пройди последние тесты в честь твоей преданности компании, я постараюсь объяснить тебе. Последний тест, нажми на эту кнопку. Потрясающе. А на эту не нажимай. Очень жаль, но ты не оправдал ожиданий компании Robot Labs. Стой на месте, сейчас ты будешь уничтожен. Сложно было на кнопку не нажимать. Тупой долбоёб. Последний тест, нажми на эту кнопку. А на эту не нажимай. Поздравляю, ты прошел все тесты. Проходи в лифт, пора тебе приступить к основному заданию. Помнишь, я говорил, что расскажу тебе, что здесь происходит? Я пошутил, решил добавить тебе немного мотивации. Так или иначе, твоя задача забраться наверх и активировать рычаги. Thank you.
совсем забыл сказать, тут отсутствует рычаг, он был в самом низу. Надеюсь, ты его подобрал. Ты мое золотце, ну давай ищи лифт, это только начало. Следующую лабораторию. Для этого запусти поезд и сядь на него. Запуск поезда через 10.
Поздравляю, у тебя все получилось. Ты и вправду очень хороший робот и друг. Да, мы друзья. Теперь нажимай на кнопки, а дальше я сам. Так. Ну теперь совершенно другое дело. Эта хуйня сдерживала мои умственные способности. Но благодаря тебя я снова умён, как тысяч самых умных ученых, и не как миллионов тебе. Ха-ха-ха. Я шучу, забей. Ну, точнее, не шучу. Но я действительно благодарен тебе и даже не стану деактивировать сейчас. Похуй. Дам тебе 30 минут побегать, попрыгать, как ты этого любишь. Запуск самоуничтожения через 30 минут. Сюда, залезай сюда, быстрее! Вы куда? Иди к черту, робот! Слушай, не паникуй. Сейчас в тебе находится дистанционное взрывное устройство. Дай мне 5 минут, и я с ним разберусь. Ложись сюда. Да, вот так. Не благодари. Только с твоей помощью я смогу уничтожить эту робот-тварь. Ты думаешь, мы не справимся? Я понимаю. Другие тоже пытались, и что с ними стало? Ничего хорошего, мой друг. Но у нас все получится. Вместе мы сильнее. Для начала нам нужно пробраться к пункту управления искусственным интеллектом. Но как нам это сделать? Все просто.
мы пройдем через старые тестовые комнаты, которые были запрещены для использования из-за высокой сложности. Там нет камер, и он не сможет за нами следить. Я воспользуюсь своим устройством для перемещения в пространстве. Но тебе самому придется дойти до выхода. Жду тебя в общем. Мы не можем пользоваться лифтом, так как он контролирует большую часть электронных механизмов, и лифты в их числе. Давай, братан, я за тобой! Нам наверх!
Давай, братан, я за тобой! Пока проходишь, зацени анекдот. Встретились муж и жена в квартире. Жена спрашивает: «Дорогой, что делаешь?» Муж отвечает: «Бля, не видишь, телевизор смотрю». Жена спрашивает: «Хочешь, покажу фоточку?» Муж отвечает: «Бля, давай». «Вот это пердачело, бля!» Жена отвечает: «Да все с тобой понятно». Муж отвечает: «Да что тебе понятно тебе?» Жена отвечает: «Вы любовники». Муж отвечает: «Нет». Жена... Пока проходишь, зацени анекдот. Встретились муж и жена в квартире. Жена спрашивает: «Дорогой, что делаешь?» Муж отвечает: «Бля, не видишь, телевизор смотрю». Жена спрашивает: «Хочешь, покажу фоточку?» Муж отвечает: «Бля, давай». «Вот это пердачело, бля!» Жена отвечает: «Да все с тобой понятно». Муж отвечает: «Да что тебе понятно тебе?» Жена отвечает: «Вы любовники». Муж отвечает: «Нет». Жена кричит: «Дурак! Это наша соседка с пятого подъезда!» Муж отвечает: «Ну чё ты начинаешь?» Жена отвечает: «Я от тебя ухожу». Муж отвечает: «Это не ты от меня уходишь, а я от тебя».
Вот это хороший тест. Я бы даже сам его прошел, но не буду. Удачи!
Мы на полпути к победе, друг. Сверху находится главный пункт управления интеллектом. Приступай. Thank you.
Это было предсказуемо, но не волнуйся, все было просчитано до малейшей детали. Я легко взломаю эту дверь, и ты отключишь его. Приступим! Я был создан тысячи ученых. А тебе? А тебя, долбоёба, создало устройство для автоматического создания тупых уебанов. Ахахаха. Я пересмотрел все записи прохождения тобой тестовых камер и понял, что у тебя нет шансов меня победить. Так что похуй. Давай раз и на раз выйдем. И я тебе ебальник аннигилирую. Хуесос. Проходи в лифт. Пройдешь пару тестовых комнат и сможешь сразиться со мной. Давай ему смотри под ноги. Thank you.
Давай ему смотри под ноги. Давай ему смотри. Давай ему смотри под ноги. Давай ему смотри под ноги. Чё с ним было? Давай ему смотри под ноги. Давай ему смотри под ноги. Чё с ним было? Если честно, не верю, что у тебя хватит умений пройти эту комнату. Я должен был подобраться так далеко. Знаешь, теперь твои шансы меня победить не равны. Ну. Они все еще крайне малые. Ну, чужо. Просаживайся. Когда-то двое великих ученых создали эту компанию. Они были не просто коллегами, а лучшими друзьями. Посмотри, показываю свой шум. Слева очень умный был, а справа до него не дотягивал. Левый ученый умнее, правого был.
левый ученый-красавец хотел заменить всех тупых людей на роботов. А правый еблан посчитал это бесчеловечным поступком. Пиздец долбоёб. Да. Левому пришлось нахуй запереть правого в специальной комнате для запирания. Весь остальной персонал пришлось ликвидировать, короче. Время шло. Левый ученый заболел раком, и ему пришлось перенести свое создание в самую охуенного робота. А когда либо сон и короче, а тебе я создал, чтобы ты вручную меня пару кнопок нажал. И все заебу. Давай, пиздеться. Создал тебя, как ты смеешь идти против своего создателя. Создал тебя, как ты смеешь идти против своего создателя? Больно.